гони! Танку быстро! Есть! Стоять! Немцы! Бежим! Стоять! Прекратить панику! Немцы! Командир где? Там! Немцы! Бежим! Ну чё встал-то? Кто такие? Старший лейтенант Градов. Танкисты? Да. Что-то у вас не густо. Но сколько есть? Чего у вас тут? Немцы. Прорвались с фланга. Много? Да черт его знает. Наши видели вроде две танкетки. Разведку надо провести. Да какая разведка? Видишь, разбежались все. Стоять! Стоять! Товарищ командир, горючка есть, а боеприпасов нет! Не сказали, они на складе! Не успеешь, там танки! Успею, командир! Отставить! Капитан, принимаю командование на себя! Стоять! Прорвемся, командир! Гранаты есть? Наверное. Все у тебя наверное. Ванев! Я! Собрать людей, занять оборону быстро! Есть. Танки пойдут, пехоту отсекать! Ты стой, я сейчас подам! А? Давай, 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 давай! Держи! Лёха, танк! Гони! Гони, гони! Мячик туда! Так, четверо! Быстро, быстро на фланг! Занять оборону! Быстро! Занять оборону! Прорвался чертяка. Давай к танку! Есть! Лёха!
Уходим, Леха! В атаку! За мной! Ура! Почему он мне не пишет? 3 недели прошло. Под Ритусом идут танковые бои. В очереди за хлебом слышала. Вот и не пишет. Под Ритусом, под Ритусом. Я тебе покажу фронт. Вот, полюбуйтесь. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Здравствуйте, Танюша. Хорошо, что вы пришли. На фронт решил сбежать. Витька. На Царско-Сельском милиционера задержали. На кафедру ко мне привезли под конвоем. Ну-ка, покажи, что там у нас. А? Основательно подготовился. Я все равно сбегу на фронт. Я даже слышать этого не желаю. И немедленно иди переоденься. Танюша, у меня к вам дело. Хорошо, Иван Сергеевич. А мне Позенцев роль в музыкальной комедии предложил. Комедии, Тань. Кому сейчас нужны комедии, песни и пляски в такое время?
А вот ты не права. Комедии сейчас это очень важно. Мы не должны врагу показывать свою слабость. К тому же, это твой шанс. Ты всегда об этом мечтала. Да. Только никогда не думала, что будет вот так. Ну, что, барышни? Чайку? Или наливочки малиновой? Не знаю, как вам, а мне определенно следует успокоиться. Виктор, живей умывайся. И рубашку в шкафу возьми глаженую. Танюш, это вам. Пришлось похлопотать, но весьма успешно. Место на кафедре ваше. Спасибо вам, Иван Сергеевич. Мне кажется, вы будете замечательным хирургом. Вне всяких сомнений, пап. Нет, Иван Сергеевич. Это невозможно. Почему? Неделю назад я была в военкомате. Подала документы. Завтра я уезжаю на фронт. Вы что, вы сговорили, что ли, сегодня? Мне пора. Я заходила попрощаться. Тань, спасибо вам большое за все, но я по-другому не могу. Как это? Так надо. Да-да, конечно. Прощайте. Вы нам пишите, пожалуйста. Конечно. Непременно. Прощайте. Таня, подожди. Подожди. Да. Куда мы так спешим? Поезд только завтра утром, сама говорила. Мне еще в военкомат аттестат забрать. Военкомат? Это замечательно. Это просто гениально. Что замечательно? Твоя идея насчет фронта. Мы с тобой поедем на передовую вместе. Мы... Что значит «мы»? Что ты там будешь делать? У меня профессия. Я врач, хирург. Пусть пока я без практики, а ты? Машенька, послушай меня. У тебя действительно талант. Не потеряй его, пожалуйста. А я, ребят, обязательно найду и сразу тебе напишу, обещаю. Все, дальше я сама, пожалуйста, прошу. Тань, если встретишь Андрея, передай ему, что я буду ждать. Обязательно скажи ему, что буду ждать. Пошли. Да пошел ты. Данка. Данка. Ну что, товарищ танкисты, и вы обделались. Не защитили родину броней? А? Не пролететь на молнии по всей Европе до Берлина, как обещал товарищ Сталин. Тут нас всех положат. А может, еще верст 20 помытаримся. Да заткнись ты, гад! Оставить, Савинов. Вот-вот. Гуга, как дела? Неплохо, Вернер. Материал есть, но однообразный. Пленные. Тысячи пленных. И все. У тебя есть шанс снять настоящую боевую сцену. Сюрприз? Интересно. Видишь вон тот русский танк? Конечно, вижу. Что скажешь, если мы расстреляем его прямо в кадре? Отличная идея. Господин генерал, дело в том, что танк заминирован, и мы еще не успели обезвредить его. Заминирован танк или нет, мне все равно. Выполняйте приказ. Едемте, Гуга. Прошу. Прошу, прошу. Спасибо.
Ты выходи. Ты тоже. Давай. И ты тоже. В этом танке заминирован боекомплект. Ваша задача — снять заряд. Если что-то пойдет не так, остальные будут расстреляны немедленно. Ферштейн? Ферштейн. Выполнять! За мной. Бегом! Отставить бегом. Ну что там? Ага. Вон она. Пассатижи посмотри. Давай сапог. Сапог. Давай. Что? Рванем, командир? Рано пока. Да ладно, не боись ты. Тогда сядьте. Мам, пап, простите, я забыл позвонить. Товарищ Лисичкин, здравствуйте. Да вы не стесняйтесь, проходите, проходите. Проходите. Вы арестованы, Лисичкин. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня. Но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю.
Браво. Браво. Браво, браво. Я, честное слово, не ожидал, голубушка, не ожидал. Спасибо. Тронули, да. Спасибо. После такого исполнения, Маша, все двери для вас будут открыты. Поздравляю. Благодарю. Но, признаться, я до сих пор боюсь. Ну и напрасно. Пение в кино не главное. Хотя и приветствуется, но пели вы сегодня здорово. Так, приборы выключаем. А вам что, не понравилось, товарищ Лаур? Ребята, свет, собирайтесь. Надо принять декорацию, Григорий. А вы что стоите? Камеру собирайте. Я благодарю вас за протекцию, которую вы мне составили. Протекция моя, а талант ваш. Марья Ивановна, поздравляю. Спасибо. Да. А, Борис, Григорий Матвеевич разрешил отвезти Марью Ивановну домой на своем автомобиле. Опыт-то есть. О, хороший знак. Роль ваша, Марья Ивановна. Нет, правда, у вас редкий дар. Я договорился на радио. Вас ждут. Спасибо вам, Сергей Федорович. Но я не знаю, кто вы. Добрый волшебник. Может быть. У настоящего таланта всегда должен быть покровитель. Если так, помогите мне узнать о судьбе человека, который мне очень дорог. Вы говорите о Градове? Не удивляйтесь, я многое о вас знаю. Что с ним? Их часть погибла. В окружении. Под Алитусом. Танки сгорели все. Так что... Простите. Это неправда, вы лжете. Я... Этого не может быть. Яшку Лисичкина арестовали. Что? Кто-то донес про пленку, которую мы смотрели. Уже 3 недели как. Ох, бедные его родители, надо их навестить. Нет, не ходи, это опасно. Я спрошу у Стрельцова. Он все может. Машенька, ты поберегись его. Он совсем не тот, за кого себя выдает. Перестань. Он единственный, кто может помочь Яше. Случайно не поэт? Нет, с чего вы взяли? Много думаете, но лесоповали. Так нельзя, пропадете. Я инженер с Кировского. Лисичкин Яков. Из Ленинграда? Земляк, значит? У меня там была опытная лаборатория. На Кировском. В танковых цехах. Так вы тот самый Щедрин? Да. Не может быть, я думал, что вы моложе. Мне 41. Дай.
Понятно. К нам гости. Вижу. Эй, профессор, чтоб через минуту на рабочем месте были. Обои. Хорошо. Товарищ Щедрин, я изучал ваши работы. Я абсолютно согласен с вашей теорией усиления броневого листа. О теории поговорим потом. Сейчас главное запомните. Нужно все держать в голове. Угу. Прошлое, настоящее, будущее. Никаких записей. Запомните, дружище. Ну, я будьте. Буду стараться. Представляю, что сейчас творится в госпиталях бедлам, да и только. Нет самых простых медикаментов. Сегодня толком не покормили больных. Говорят, немцы разбомбили продовольственные склады. Что? Ой, а что это? Ты что, куда-то собралась? Уезжаешь? Куда? Мы едем все вместе, я, ты и Вить. Я никуда не поеду, мы с Мартышкиной. Помолчи, Виктор! Я чего-то не понимаю. Сергей Федорович говорит, надо ехать в городе Евгуадзе. И как ты себе это представляешь? У меня кафедра, у меня пациента. Практика, наконец. Пап, он говорит, город... Оставят немцам? Так, что ли? Ты это хочешь сказать? Такое тоже может случиться. Что тогда? Папочка, прости, но все уезжают. Подумай, Вить. Сергей Федорович обо всем договорился. Он забронировал места в грузовой колонии для нас. Ты его знаешь? Кто он? Все на фронте, а он в тылу. Но не всем же быть на фронте. Он ответственный партийный работник. Он занимается своим делом. Он мне очень помог. Устроил меня на радио, в кино. Это все, о чем я мечтала. Разве это плохо? Не нравится мне этот твой знакомый моей. Улыбается, глаза холодные. И потом... Что? Ну, договаривай. А как же твой Андрей? Он погиб. Давай больше не будем об этом. Сергей Федорович обещал за нами заехать. А вот и он. Машка, к тебе пришли. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Извините, ради бога. Маша, пойдем, ты должна это увидеть. Боря, что случилось? Пойдем. Трофейные. Из политуправления прислали для работы. Представляешь, я их вначале не узнал. А потом смотрю. Андрей, Лёшка. Ну что, что в плену? Зато ведь живые. Спасибо, Боря. Надо Тане написать. Маша, подожди. Пожалуйста, никому ни слова. Если об этом узнают, твоему Градову конец.
И Лёшке тоже. Да. Ой, здрасте, Марья Ивановна. Чего тебе? Извините, Борис Николаевич. Машина внизу, надо спускаться вниз, я... Я не понял. А где вещи? Почему до сих пор не собраны? Сергей Федорович, я очень благодарна вам за то, что вы помогли эвакуировать папу и Витю. Но я остаюсь здесь. Что? Маша? Маша, все потом! У нас очень мало времени! Я остаюсь в Ленинграде. В каком Ленинграде, Маша? Здесь сейчас будет очень и очень плохо! Ты многого не знаешь! Почему вы мне рассказали, что служите в НКВД? А что бы это изменило? Вы бы отказались от моей помощи? Или от моей любви? Да, я влюблен в тебя. И не надо делать вид, что ты не знаешь этого. Я влюблен в тебя, как сопливый мальчишка. Маша, может, ты можешь объяснить, что произошло? Андрей жив. Откуда ты знаешь? Откуда такая информация, а? Это не важно. Это важно. Я тебя спрашиваю, откуда такие сведения? Пустите меня, мы не на допросе. Ты же сдохнешь тут без меня. Слышишь? Ты просто сдохнешь! Я сейчас уеду, но я вернусь. И ты будешь принадлежать мне. Потому что я так хочу. Ты будешь моей. Так, а Марья Ивановна? То есть... Она не поедет. Понял. Куда едем, товарищ майор? На киностудию. Есть. Немецкая трофейная хроника. Изменники Родины. Фальсификация наших временных трудностей на фронте. А теперь нету. Где Лаур? Я не знаю. Ты. Здоровье, Гуга. У вас будет отличный материал. О, это было бы прекрасно. Все готово, господин генерал. Хорошо. Начинайте. Гуга, учтите, у вас будет всего пару минут. Пару минут? Мне этого хватит.
Иван, ты будешь звезда кино! Мы будем снимать! Твой танк будет ехать по это поле! Если ты не ехать, твой капут здесь! Verstehen? Пах-пах! Ты имеешь 10 секунд, и мы будем стрелять! Dann beginnen wir zu schießen! Verstehen? Verstehen, verstehen. Давай, Иван, los! Хоть бы один снарядик. Мы бы показали. Справа танк видишь? Вижу. Еще один слева. Кино снимают, сволочи. Будет им кино. Заводи давай. Есть, заводи. Всем внимание, русский танк пошел. Отлично. Командир, а если газы и в те кусты? Проверим. Давай возьми правее. Аккуратнее, ребятки. Не подстрелите нашего кролика раньше времени. Сейчас он слишком далеко от камеры. А теперь левее. В коридоре держат, сволочи. Березу видишь впереди? Ага. Наверняка пристрелено. Там нас и порешат. Тьфу ты, черт. Савинов. Вперед. Мне кажется, они уже очень близко. Снимайте, Гуга, снимайте. Русский танк будет уничтожен возле русской березки. Очень символично. Я же говорил, у вас будет отличный материал, и ваш фильм фюреру понравится. Вот теперь пошел! Рингер, что это? Они прорвались, господин генерал. Болваны, стреляйте же! Прекратить огонь! Там генерал! Кино, ребята! Кино! Гони, Лёшка, гони! Давай! Рингер, вы идиот! Если они уйдут, я вас всех расстреляю. В штрафные роты отправлю. Виноват.
Догнать их! Немцы. Догнали все-таки. Что, уходим без танка? Нет. Что скажешь, Савинов? Товарищ командир, я танк не брошу. Им не уйти, господин генерал. Район полностью оцеплен, а мост разрушен. Все танки сюда. Загнать их, как дикого зверя. Живее! Гуга, а какого черта вы стоите? Снимайте же! Вперед! Ну что? И это вы тоже сняли? Снял. Но фюреру эти кадры вряд ли понравятся. Здравствуй, дорогая моя Танечка. Прости, что долго не писал. Были обстоятельства, о которых я тебе расскажу потом. Я жив и здоров. Я по тебе сильно скучаю и мечтаю обнять тебя. Мою единственную и любимую. Мы с моим командиром, товарищем старшим лейтенантом, твоим братом Андреем Градовым бьем врага. И уверен, разобьем окончательно. Пусть не сразу, но разобьем. Остаюсь навеки твой Лешка. От кавалера? Нет. От мужа. Написал. Правда, мы с ним расписаться не успели. Но я его очень-очень люблю. Очень. Война закончится, и мы распишемся обязательно, чтобы все по закону было. Где служит? На Ленинградском. Танкист. А Андрей, мой брат, у него командир. Андрей Градов? Ваш брат? Должна была догадаться по фамилии. А вы его знаете? Знаю. Однажды он лежал на столе в операционной. Так это вы? Это вы? Спасли ему руку? Ему, кажется, спасла. Валентина Ивановна, все будет хорошо. Куда едем? Зачем едем? Непонятно. Где это видно? Какой город покинули? Колыбель революции. Гитлеру оставили. Не поверите? Сам ни за что бы не сдвинулся с места. Дочь настояла. Говорит, надо Витю вывести из города. Срочно. Иначе поздно будет. Какой город покинули? Какой город? Стой! Стой! Ты что, сдурел?
что под колеса прешь? Что надо? До станции подбросите! Не положено! Нашу колонну немцы обстреляли! Я оператор с Ленфильма! Да меня в политуправлении ждут! Да мне на станцию срочно! Черт с тобой! Садись скорее, политрук! Давай. Боря? Ранен в бою. Лауэр! Пошли! Боря! Борис! Не в себе, товарищ. Контужен крепко. Витька, живой. Не бойся, я с тобой. Папа. Держись. Держись, парень.
На Ленинград прошли. Много их гадов. Ничего, мы им покажем. Где ты штаб, говоришь? Вон там. Больно. Можно покурить и оправиться. По нашим данным, немцы прорвались до Красногвардейска. Здесь у них две танковые дивизии. Если они пройдут Красногвардейск, дорога на Ленинград открыта. Единственное место, где мы можем их остановить, тут. Здесь как горлышко бутылки. Задача непростая. Шпиллер. Я. У тебя есть надежный командир? Так точно, товарищ генерал. Командир 3-й танковой роты, старший лейтенант Градов. Я. Хорошо. Я помню тебя. Мы с тобой вместе под Выборгом оборону противника прорывали. Так точно, товарищ генерал. А сейчас обороняться будем. Отступать не имеем права. Отсюда и до Ленинграда ни одной захудалой пушки нету. Так что будем стоять насмерть. Так точно. Ну-ка взгляни. Ты со своей ротой должен удержать это направление, чтобы ничто немецкое сюда не прошло. Сколько у тебя танков? 5. 5 танков на 3 дороги. Так точно, товарищ генерал. Да. Простите, товарищ старший лейтенант. Из училища на передовую сразу, что ли? Так точно. Внимательность надо тренировать, товарищ лейтенант. Есть тренировать внимательность. Товарищи офицеры, нам приказано держать это направление. Младший лейтенант Петров, твои 2 танка на Лужскую. Есть. Шпаков, твои 2 танка на Кингисеппскую. Есть. Братцы, как хотите. Держитесь. Погибайте, но держитесь. Враг не должен добраться до Гатчины. Леш, мы здесь. Высота номер 824. Совхоз Войсковицы. Приказ окопаться, замаскировать танк и ждать врага. За дело, братцы. Есть. 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 Стой! Раз, два! Налево! Смирно! Равнение на середину! А это что за парад, товарищ командир? Старый знакомый. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Лейтенант Чевырин. Обращайся. Отделение курсантов Новопетерговского военного училища прибыло в ваше распоряжение. Какие будут приказания? Чё-то не густо у вас, Чувриткин. Значит так, бугор за березами видишь? Занять оборону, приготовиться к бою. Понял. Дальнейшие мои действия. Уничтожать немецкую пехоту на дамбе. Если автоматчики к нам в тыл прорвутся, нам хана, Чувырин. Понял? Ага. Дарим из орудий, бей и ты. Раньше времени огонь откроешь, шкуру дудкой спущу. Есть. Разрешите выполнять? Выполняй. Направо! За мной бегом, марш! Раз, не разбегутся, товарищ командир. Зеленые курсантики. Форс на плацу много, а как под огнем себя поведут? Не разбегутся, лишь бы раньше времени на рожон не полезли. Командир, я тут что подумал, может мне тоже по деревне пробежаться? Она хоть и заброшенная, а провиантом авось разживусь. Жрать охота. Тебе лишь бы пожрать. Давай быстро. Я мигом. За мной. Отлично.
Товарищ командир, почему вы Маше не пишете? Таня интересуется. Таня или ты? Ну, мы вместе. А тебе зачем? Ну, неправильно все это, товарищ командир. Она ведь ждет. Война, Леха. Война. Случись что со мной, ей легче будет. Как будто меня и не было. Понял? Все. И что с того, что война? Раз война, так что? Любовь в отставку. Про счастье забыть, так, по-вашему? Что-то привязался ко мне. Я сам знаю, что я делаю. Быстро на позицию, бегом! Ребята! Ребята! Гляньте, какого я кусака изловил! Вот свисло, так свисло! Я из него такую жареху сделаю! Пальцы оближите! Гляди, командир! Хороший. А, только злой собака. О, за рожу там. Немцы! Вперед! Куда ты с гусем? Как же? Танк, что ли? Да. Занять позицию. Есть. Здесь никого нет. Хотя, вот он, единственный русский, который здесь остался. Разворачиваются. Не заметили нас. Так что, товарищ командир? Я насчет Маши. Может, все-таки напишите? Выживем, может быть, напишу. Мне нужен старший лейтенант Градов. Рота Градова заняла позиции под Красногвардейском. Сейчас там будет жарко. Если они не выстоят, немцы возьмут Ленинград. Градов предатель. Он сдаст город без боя. Танки. Вижу. Соедини с Градовым. Есть. Первый на связи. Первый. Первый, я второй. Как слышишь меня? Доложи обстановку. Вижу цель второй. Колонна немецких танков входит на дамбу. Так почему не стреляешь? Приказываю открыть огонь. Пусть поближе подойдут. Какое к чертовой матери поближе? Приказано же тебе было занять оборону и не пускать немцев на дамбу. Да я тебя под трибунал отдам, мать твою. Старший лейтенант Градов, открывай огонь. Я приказываю. Прием, прием. Один, два. Десять. Одиннадцать, двенадцать. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Двадцать два. Что-то много их. Красиво идут, будто на параде. Вчера разведка одного фашиста поймала. Немцы для своих программки напечатали. В Асторию, на бал. Бал и концерт победы. Даже время указали. Уверены гады, что Ленинград сегодня возьмут. Будет им концерт.
Бронебойным заряжай! Есть бронебойный! Цель ориентир один. Огонь! Выстрел! Головной есть! По мотоциклисту огонь! Фугасы готов! Ориентир два! Огонь! Выстрел! Догоним! Готов! Огонь! Запечатали коробочку! Бронебойным заряжай! Бронебойный готов! Огонь! Огонь! Что ты возишься? Заряжай! Да угорел, малек! Сейчас! Готов! Огонь! Совсем! Огонь! Выстрел! Выцеливай пехоту! Огонь! Выстрел!
разбили. Башню заклинило. Она, командир. Отвоевались. Куда, командир? Савинов, заводи. Я сейчас, командир. Сейчас. Усов, заряжай. Есть, командир. Задний ход. Выходим из капонира. Готов. Давай назад. Ты чего не слышишь? А чего так тихо-то? Командир. А все ребята, сделаем их. Командир! Товарищ командир, мы победили! Мы победили, товарищ командир! Майор НКВД Стрельцов. Что это? Ордер на арест старшего лейтенанта Градова. На каком основании? Есть подозрение, что старший лейтенант Градов добровольно сдался в плен. Подозрение или доказательство? Какая разница, генерал? Допросим, все выясним. Если не виновен, отпустим. Понятно. А теперь слушайте меня. Рота старшего лейтенанта Градова вчера в бою под Красногвардейском уничтожила 45 танков противника, не считая живой силы и техники. Танк старшего лейтенанта Градова уничтожил 22 немецких танка. Он спас Ленинград. Старший лейтенант Градов будет представлен к высшей награде Родины, к званию Героя Советского Союза. Враг народа не может быть героем Советского Союза, и вы это прекрасно знаете. Вы свободны, майор.
Шпиллер? Я. Надо Градова отправить куда-нибудь подальше. Ты меня понял? У меня разнарядка с Красного Сормова. Нужны танкисты для испытаний. Я отправлю его в Горький. Вот и хорошо. А то эти не отстанут, я-то знаю. Сделаем, товарищ генерал. 22 танка, надо же. Мы помрем. А это помнить будут. Иди. Есть! Фира Абрамовна, здравствуйте. Я Таня. Таня Градова. Мы с вашим Яшей дружили. Таня? Да. Танечка, входите. Ну вот, так и живем. Я ведь, как Иосиф, скончался, так и не выхожу никуда. И угостить тебя нечем. Свет! Светик! А мы теперь вот со Светочкой живем. Она тоже одна осталась. Так мы друг за друга и держимся. Здрасте. Соседи зимой померли. А Йося мой до весны продержался. Все говорил. Мы не можем помереть, пока Яшу нашего не увидим. Фира Абрамовна, я вам тут принесла. Вы не умирайте. Держитесь. Яша вернется. Ты что-то знаешь? Он жив. Любит вас. И обязательно вернется. А вы напишите ему. Я завтра зайду и заберу письмо. Светочка, иди поешь что-нибудь, пожалуйста. Спасибо. Угощайся. Спаси тебя Бог, доченька. Давайте, давайте. Норму не сдержите без баланды. Мое слово знаете. Все, шабаш. Перекур! Ошабашили, все! Неужели из самого Ленинграда письмо? Ага. Говорят... Там такой голод. В городе всех крыс съели. А ты верь больше. Ну что там? Мама пишет, что продуктов хватает. Хлеб есть. И сахар даже. Ну вот, я же говорил, что брехня. Я другое слышал. Прошлый год, в ноябре, как морозы ударили под 40, люди как мухи мерли, жрать нечего, ни воды, ни электричества. А даже если и так, а город не сдали? Может, и зря. Ах ты, гнида! Да вы что? Гнида ты! Ты хватит! Прекрати! Стрелять буду! А ну, встать! Встать! Лисичкин, 58-я, часть вторая. Письмо, ну, живо! Не имеете права.
Все за мной. А вы чего хайло поразевали? Работать! Да поверьте, это драка настоящее недоразумение. Молчать! Товарищ Щедрин? Ну вот, голубчик. Я за вами. Как там ваши формулы в голове? Не подрастеряли? Нет. Собирайтесь. Ваша конструкция броневого усиления, товарищ Яша, признана эффективной. Едем в Горький. И вы, ребята, тоже. Я как раз собираю специальную группу, будем заниматься броней. Приказ товарища Сталина. Я их забираю с собой, документы у ваших начальников. Полчаса на сборы. Так а нам и собираться-то нечего. Ну тогда едем. Товарищ Щедрин, а это правда, что Ленинград выстоял? Правда. Давай. Лисичкин. Держи. А вы замечательный специалист, Танюш. Смотрю, как вы работаете, любо-дорого. Недаром профессор Касацкий считал вас своей лучшей ученицей. Спасибо, Валентина Ивановна. Что делать? Там генерала привезли. Осколочная в ногу. Давай быстро. Вот. Ну что вы смотрите? Надо в Москву отправлять. Повезет в Москву, потеряет ногу. А если он умрет, мы потеряем голову. Товарищ майор, успокойтесь. Валентина Ивановна не раз проделывала такие операции. Все хорошо. Пахомыч, давайте в операционную. Сейчас. Значит так, я запрещаю. А ты же генерал. Еще слово, и я вас застрелю. Пух! Все шутите, да? Вы дожутитесь. Ответите по всей строгости военного времени. Переживать пошел. Граммов на 400 чистого спирта переживаний. Санитары, в операционную генерала. Вытри. Зажим. Тампон. Отвезите его в третью палатку. Пух! Градова, мой кабинет. Давай, давай, давай. Нет, спасибо. Зря. У меня к себе Градова разговор серьезный. Ты думаешь, что я вот так вот все ставлю, да? А что произошло? Операция прошла успешно. Ногу товарищу генералу военврач Каждан спасла. Ну, это бабушка надвое сказала. Вот Москва подтвердит, тогда да. Я вот что думаю. Кто Каждан заменит? Товарищ майор. Не сработаемся мы с ней. А что если ты? А? Чего скажешь? Товарищ майор. Да вы что? Ты, ты, ты,
что себе позволяете? С ума сошла, что ли? Я тебе госпиталь предлагаю! Да, дура! Да вы что? Да у меня муж есть! Да ты что ты врешь? Проверяла, нет тебе никакого мужа! Как нет мужа? Лешка! Милый! Танечка! Лешенька! Ты здесь! Леша! Генерала Баранова мы отбили! Мне 2 дня дали отпуска. Да. Жениться приехал. Да. Пойдешь за меня? Да. Танечка. Лейтенант, выйди. Конечно. Я обратись по форме к старшему по званию. Танюш, Танюш, ты выйди, пожалуйста. Да. Я тут кое-что разъясню. Да. Товарищ майор медицинской службы. Хорошо? Хорошо. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант. Ай! Тань, пойдем посмотрим генерала. Очнулся после операции. Валентина Ивановна! Ты чего? Ну что? Вот теперь, пожалуй, можем вас и в Москву отправлять. Спасибо вам, Валентина Ивановна. И тебе, Таня, спасибо. Век благодарен буду. Ой, простите. Кому гости? Ко мне. Лицо знакомое. Позови-ка. Да. Младший лейтенант Савинов, нахожусь в 2-дневном отпуске. За что отпуск получил? За вас, товарищ генерал. Это наши танки от вашего КП фрицев отогнали. И что? Решил время даром не терять. Жениц приехал. Вспомнил. Градовец. Вокруг меня одни спасатели. Как звать танкист? Алексей. Так вот, брат Алеша, какая штука война. То ломает судьбы, то связывает пуща каната. Хорошие вы, ребята. Берегите друг друга. А тебе от меня 1 день к отпуску на свадьбу. Служу Советскому Союзу! Служи, сынок, служи. Ну что здесь у вас? Вот, читаем. Концерт будет. Здорово. Я еще до войны на концерте у нее была. Глянь, какие. Ну что, пойдем уже. Ребята, у вас все нормально? Да, сейчас да, обеденный перерыв, люди соберутся и начинаем. А, хорошо. Ой, извиняюсь. Маша. Ну, здравствуй. Здравствуй. А я ожидал, что ты бросишься мне на грудь, обольешь слезами. Мне в радиокомитете сказали, что сам товарищ Сталин слушает тебя. Певицы твоего уровня, Маша, нуждаются в других залах. Мне и в этих залах хорошо. Короче, я тебя больше по фронтам искать не буду. Позинцев тебя ждет. Он сейчас в Алмате снимает новую комедию. Я обо всем договорился. Он обещает дать тебе главную роль. Послушай, Стрельцов, я была вынуждена стать твоей женой. Но ты же всегда знал, что я люблю другого. Мне от тебя ничего не нужно, но, пожалуйста, если ты хочешь для меня что-то сделать, помоги найти папу с Витей. Я не знаю, где они, папа не пишет, но я знаю, что что-то случилось. Я это чувствую. Маша. Я просто подумал, как бы ты вела себя, если бы узнала, что пропал я. Ладно, не переживай. Я что-нибудь сделаю. Но после концерта ты улетаешь в Алмату. Я подожду тебя в машине. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 80, 81, 82,
4, 5, 6, 7, 8. Я просил 10 заготовок. Станок не работает. Почему? Ну почему? Сломался. Я просил 10, а вы сделали 8. Вот, смотри, что я буду делать без двух заготовок? Мы разберемся, все будет. Что? Я быстро. Куда? Потом. Можно? Войдите. Яша. Яшенька, Лисичкин. Маша, как я рад вас видеть. Спасибо. А Роза с меня после войны. Значит, это все неправда. А мне Бурилаур сказал, что вас арестовали. Это правда. По ошибке. А потом меня выпустили. А вы давно видели Градова? А Градов... Градов... меня совсем забыл. С начала войны ни письма, ни весточки. И где он, что с ним, я не знаю. Вот так. Маша, вы только не волнуйтесь. Но Градов сейчас здесь. Я не знаю, сможет ли он прийти. Он сейчас на полигоне. А завтра мы уезжаем на испытание новых танков на Ленинградский фронт. Яшенька, концерт скоро, вы идите. Мне надо побыть одной. Да, хорошо. Извините. Ух. После дождичка небеса просторны, голубей вода зелень. В городском саду флейты да валторны капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнится прежний яркий черными ручьями.
Эта музыка прямо в кровь мою проливается черными ручьями. Эта музыка прямо в кровь мою. Это правда. Я замужем за Стрельцовым. Ты даже представить себе не можешь, как мне было страшно. Я уговорила папу и Витю уехать еще летом, а сама осталась. Я думала, если уедут, ты меня никогда не найдешь. А немцы все ближе и ближе, по радио все твердят. Мы должны то, мы должны это. Этот метроном. Тик-так, тик-так. Он меня с ума сводил. Я заболела от страха, от голода. И никого не было рядом. Потом появился Стрельцов. Он сказал, что сможет меня вывести только в том случае, если я стану его женой. Он меня вывез в октябре.
Мы недолго были вместе. А потом я устроилась через филармонию во фронтовую бригаду. Я искала тебя. Да, я замужем. Ты обвиняешь меня в этом? Нет. Ну что ты? Прости меня. Прости. Я не могу быть с тобой. Любить тебя, защищать не могу. Прости меня за это. Тебе пора. Через 2 часа самолет. Ну, скажи что-нибудь. Я заслужил это. Прости меня. Я тебя провожу. Нет, нет, не надо. Все правильно. Он спас тебя. Что будет со мной, я не знаю. Сейчас я должен ехать. Все. Где он? Дрянь. Дрянь. Какая же ты дрянь, ты спала с ним. А знаешь, что я с ним сделаю? Я уничтожу его. Чтобы он никогда больше не вставал на моем пути. Я даже... память о нем похороню. А от тебя, моя любимая, мне нужно только одно. Скажи мне, что ты видел на той пленке, которую Лаур тебе показывал в начале войны? Я не видела никакой пленки. Ты врешь! Дорогая моя женушка, Циба сказал, что видел, как вы смотрели трофейную пленку. Что на ней было? Он? Маша, скажи, что она... Повторяю, я не видела никакой пленки. Не надейся. Я все равно найду ее. Я найду эту пленку, слышишь? Шевич, мне нужен Лаур. Делай, что хочешь, но найди его. Слушаюсь. Черти носят. Через 2 часа выход. На минуту опоздаем, трибунал. Это точно. Дело государственное. Да ладно вам. Чуток задержались в госпитале, уже трибунал. Да я догадываюсь, что там Алексей задержало. А? Повезло. И на фронте, и жена с дочкой под боком. Командир, вам погуще. А потом. Ух ты. Смотри, какая. Здравствуй. Здравствуй, Андрей. Танюша мне сказала, что вы здесь. Да Лёшка разболтал, наверное.
Но я рад вас видеть. Тебя. Как ты? Как твоя рука? Нормально. У меня все нормально. Рука твоя в порядке. Спасибо. За все эти годы не было ни дня, ни минуты, чтобы я не вспоминала о тебе. Я тоже вспоминал тебя. Я иногда думаю, если бы не было войны, я бы тебя не встретила и была бы счастлива. Что во мне не так? Почему меня нельзя любить? Выходи за меня замуж. Стань моей женой. Что-то случилось. Пусти меня. Пусти. У тебя такая же несчастная любовь, как и у меня. Ты же у меня храбрый вояк. Не отступай. Не отступай. К испытанию танка Т-44 с улучшенной броней в условиях боевого применения все готово, товарищ генерал. А экипаж? Из батальона капитана Градова. Проверен в боях. На каком участке? Здесь, у станции Борисовская, товарищ генерал. В штабе Верховного командования ждут результатов. И как можно быстрее. Будут результаты, товарищ генерал. И товарищу оператору будет что снимать, обещаю. Из Ленинграда? Так точно. Оператор отдела кинохроники Ленинградской киностудии Борис Лавр. А я видел ваши фильмы, товарищ Лавр. Довоенные. Так что тяжелее снимать? Сказки или правду? Конечно, правду, товарищ генерал. Вот и мне правда нужна. Как есть. Надеюсь на вас. Вам нужно снять Т-44 в боевых условиях. Справитесь? Человек может солгать. Камера не соврет. Задание будет выполнено, товарищ генерал. Желаю удачи, товарищ Лова. Носов, машину. Есть! Прикуривайте, Борис. Ну что ж вы, товарищ, заставляете органы так беспокоиться? Ищи вас по всему фронту. Непорядок. Что вам нужно? Вы пришли меня арестовывать? Арестовывать? Ну что вы, Боря, все так драматизируете? Нет, мне просто помощь ваша нужна. Тепленка, Лаур, ты скажешь мне, или через пару минут тебя найдут здесь простреленной башкой. Товарищ оператор! Товарищ оператор! Ну что же вы, мы уезжаем, вы с нами? Капитан, выезжайте. Товарищ Лаур с нами доберется. Хорошо. Давай машину. Машину. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Марья Ивановна, пойду разыграюсь, да. Хорошо? Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Машуня. Танюша. Машенька. Твой. Моя. Танечка. Ты моя хорошая, моя дорогая. Как я рада тебя видеть. Здравия желаю, Марья Ивановна. Здравствуйте. С приездом, так сказать. Майор медицинской службы, начальник госпиталя Прохоров. Ваш приезд для нас подарок. А уж для раненых радость. Спасибо. Какая. Мы всех созвали, кого можно. Танкисты придут, хотя они и так сюда бегают. А, Савинова? А вы располагаетесь, мы комнату для вас приготовили. Прошу.
Градова мы арестуем, и никто ему теперь не поможет. Где пленка, Лаур? Я ее сжег. Очень опрометчиво с твоей стороны. Опять в благородство решил поиграть? Дон Кихот ты наш, ломанческий. У вас ничего нет. Вы ничего не докажете. У нас есть ты, Боря. Ты мне все напишешь. О том, как еще до войны организовал группу вместе с лейтенантом Градовым, чтобы вредить нашему танкопрому. Улавливаешь мысль? Нет? Чего? Шевич тебе поможет. Он это умеет. Будь уверен. Вон из машины. Иди сюда. Я вижу, кажется, нам повезло. В сети к нам угодила важная птица. Очень важная. Если не ошибаюсь, майор госбезопасности, не так ли? Что вы делаете возле линии фронта, майор? Куда вы направлялись? Отвечать! Кюнта? Гуд. Не скажете вы, скажет он. Итак, майор. Ой. Направлялись на станцию Борисовская. Это все. Я больше ничего не скажу. Продолжайте, Рингер. Гюнта? Зачем вы направлялись на эту станцию? Говорите, майор. Гуд. Хорошо. Я скажу. В районе станции проходит испытание нового танка с улучшенной броней. Мы должны были снимать эти испытания. На станции есть еще какие-то войска? Только военный госпиталь. Мерзавец. Вот настоящий фанатик. Расстрелять? Нет. Не сейчас. Мы атакуем госпиталь. И их танки сами выйдут на нас. Рингер, верните камеру оператору. Пусть он снимет, как мы расправимся с этими русскими танками. И помните, никого не оставлять в живых. Никого. О, Маш, а может это? Ты в нем была на дебютном концерте? Что ты выдумала? Ой, а мне так нравится. А ты в Ленинграде была? Как там Витя, папа? Что-нибудь узнала о них? Я уже надежду потеряла. И самое страшное, ну, кого не спрошу, никто ничего не знает. А муж? Ты же замужем за Стрельцовым, он что, не может помочь? Мы не живем с ним вместе давно. Он знает об Андрее, о том, что я его люблю. Ну, а как твой Савинов? Он у меня самый-самый лучший. Знаешь, я даже подумать не могла, что буду так
счастлива здесь, на войне. Правда, правда. У нас же дочка. Я тебе писала. Родная моя. Знаешь, мне кажется, что вот еще чуть-чуть и закончится война. Кровь, боль, смерть. И мы все вместе поедем домой. И вот приедем и пойдем гулять. В летний сад или в Таврический. Угу. А ты нам споешь. Любимый город может спать спокойно, видеть сны, зеленеть среди весны. Далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Молодец! Не зная сна, не зная тишины, любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны. Вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется. Это она. Спасибо! 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 Браво! Браво, Маша! Не волнуйтесь, товарищи бойцы, сейчас продолжим. Машенька! Машунь, что случилось? Маш! Маш! Ты знала, что он с ней? Нет. Но я знаю, что Валя его очень сильно любит. Да-да, я все потеряла, я сама виновата. Нет, не говори так, пожалуйста, Маша, не говори так, ты обязательно будешь счастлива. Обязательно, может, не с ним. Нет, но... мне нужно Маша. Срочно уехать отсюда, прямо сейчас. Маша. Немецкий танк. Значит, прорвались. Надо эвакуировать госпиталь, срочно. Но это невозможно, мне только тяжелых полторы срочно! Сутки. Срочно! Сколько у нас горючего в танке? На час боя. Значит так, единственный шанс ударить во фланг, пока они не успели подойти. Полчаса времени вперед. Андрей! К окопам! За мной, отсюда быстрее! Яшка! А! Броню твою в живом бою испытаем! Будь здесь. Будь здесь. Мне Таня сказала, что Маша сюда ради вас приехала. Любит она вас. Точно. Да хватит болтать, гони. Машенька, родная, возьми дочку. А ты куда? Я должна идти. Я там нужна. Она смирная, она взрывов не боится.
А вы чего здесь? Я не знаю, что мне делать. Идите в укрытие. Подождите. Валентина, вы же его любите? Да, люблю. Даже когда я была с ним и думала о вас. Каждое мгновение. Я знала это. Идите в укрытие. Здесь может быть опасно. Прощайте. Приказ всем экипажам. Огонь! По русским окопам огонь! Где же русские танки? А вот и русские. У них действительно новый танк. Посмотрим, чего он стоит. Группу 1 развернут навстречу русским танкам. Группа 2 штурмует окопы. В живых никого не оставлять. Сколько их там, Савинов? Это же самоходки, товарищ командир! Неповоротливые черти! Зато пушки у них что надо! Приказ всем экипажам. По русским танкам огонь! Снимайте, Лаур, снимайте.
Это ваше последнее кино. А тебя расстреляют за предательство. Вижу! Огонь! Одна есть! Слева, Савинов, назад! Спасибо, командир! Огонь! Закончили. В атаку. Слушаюсь. Первая группа, я иду к вам. Возьмем их в клещи. Еще одна на опушке! Никита! Ну-ка, врежь ей! Попали, а? Броня одежда. Молодец, лисички! Да у нас в коммуналке тараканов меньше! Готов! Огонь! Повторяю приказ, держись рядом! Товарищ командир, Таня там! В окопах! Наши там! Еще одна, командир. Лёшка прямо на нее идет. Бронебойным заряжай!
Отстрелялись, командир. Нет снарядов. Один из них вырвался вперед. Идет прямо на меня. Я его встречу. Слева самоходка, Савинов. Слева самоходка. Слева, Савинов, назад! Прорвемся, товарищ командир! Алеш! Что у вас, Савинов? Что у вас, Савинов? Живы! Танк на ходу! Маслопровод пробил. Добьем его. Приготовиться к выстрелу. Покинуть машину немедленно! Покинуть — это приказ! Я танк не брошу, командир. Огонь! Лёша! Лёша! Таня! Таня! Дочь! Савинов! Савинов, ответь! Ответь, Лёшка! Ну что ты, Лёшка? Ответь, Лёша! Нет его больше, командир. Вперед! Вперед! Вот он, гад! Все-таки наши пушки оказались сильнее их новой брони. Надеюсь, наш оператор успел снять этот замечательный спектакль. Серега! Командир, не дай ему уйти. Не дай ему уйти. Серега! С русскими танками покончено. Возвращаемся к окопам. Старшина! Старшина!
первую очередь тяжелую. Пахомыч. Пахомыч. Да, Аня. Дай руку перевяжу. Борька. Лисичкин. Борис. Возьми. Я все снял, как наши воевали. А Стрельцов предатель. И Маше. Маше скажи, Витька ее жив. Вологде живет. Борька. Ребят! Вот тут еще один. Видели Андрея? Где он? Вон он. Отойди от него! Отойди! Отойди! Пусти. Что тебе нужно? Убить тебя хочу. Ты у меня уже... Вот где Градов. Я и немцев на тебя натравил, а ты выжил. Уцелил живучий гад, а? Я вас сейчас всех... Отойди от него! Отойди, я сказал!